Дон Котик, привет, с вами я, классно, Барс. И сегодня у нас будет ролик-распаковка вот таких вот фигурочек. Ну, не будем медлить, приступаем. Это кто? Это классный Барс. Так, ну, думаю, первым открываем вот такого Человека-паука, он прикольный. О, что ты делаешь? Я снимаю уже. Да? Конечно. А, О, ничего себе он, посмотрите. Во-первых, он вот так вот прикольно стоит. А еще у него голова дергается. Башка, бадум, раскалында. Сердце, тыдым, 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 тыдым. Так, ладно. Поставлю его на полочку. Ой, неправильно поставил. Потом выкину. Сяду в креслюка. Так удобнее. Распаковываем мистери Минис. Тут могут выпасть вот такие вот фигурки. Я не знаю, я хочу все. Тут что-то тяжеленькое. Бух. Бух. Так, ну, такой пакетик. Постараюсь, может быть, нащупать. Подставочка. Это Патрик! Это Патрик! У него голова треугольная. Да, это Патрик! Такой вот Патрик, Патрик Силач. Я не помню, в какой серии он был именно таким, но я могу вставлять отрывочки из серии. Да, вот, наверное. Короче, вот такой Патрик. Распаковываем следующего. Я нащупывать не буду, потому что так неинтересно. Опа. Вот тут я уже могу отрывок ставить. Кто здесь? Ага. Не подходи! Не надо! Такой вот губка Боб. Прикольный. Там губка Боб попал в древний век. И вот таким вот был. Не, это прикольно. Если бы вы смотрели. Если вы смотрели мой шорт, который я выпускал, мне еще вот такой вот губка Боб попал. Ну вот, получается. Сегодня у нас в распаковке был вот такой вот Человек-паук. И мистер Минис, из которых вот такие вот фигурки выпали. Всем огромное спасибо за просмотр, если вы досмотрели до конца, конечно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать такие видео, как это. И всем до новых встреч!